Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем нашу войну против России, Голландии и Италии за регион Суматра. Наша главная цель — это, конечно же, нефть, которая тут присутствует. И мы постараемся добиться нашей цели. В принципе, тут немного осталось. Тут у нас началось восстание коммунистов. Мы постараемся с этим всем справиться. Сейчас. Так. Хорошо. Разбили. Еще там кого-то разбили. Так. Купируем территорию. Так. Этих сюда. Вот. Вражеский флот. Надо его отправить на дно. Так, это мы оккупируем. Опять атакуем врага. Ой, а... 15 тысяч. У меня какое-то ощущение, что в этот момент я играл. Как-то странно. Вроде... эти 15 тысяч разбивал или нет, что такое было. Какант купируем. Ну ладно, такое давно не играл, вот не помню особо. Так, не захватываем. Омск взят. Может, и Шем еще взять. Я уйду, эти когда придут 16 мая. Нормально, можно идти дальше. Идут сюда куда-то войска, карательные отряды тоже идут. Так, вот эти 3000 куда-то сюда. Так, атакованы врага. Наша армия атакована. Вот так именно, да, минус 7 получают. А, в Персию лезут. Россия. Так, провинцию уж взяли. Хаджент надо еще взять. Так, еще атаковали там кого-то. Угу. Бачкара взяли еще. Так, тут 16 тысяч нужно отсюда забрать. Многовато народу будет.
Может, они захотят атаковать нас. Кто их знает. Этих голландцев. Так, когда они туда прибудут? 16. А мы прибудем 20 мая. Ладно. Может, перехватим. Конечно, денежка идет в минус. Так. Еще разбиваем. А, вот они высадили. 20, 18 мая. Должны потопить. По идее. Так. А. Вот так и вот так. Сюда подтянем эти 3000. Так, Пекине взяли. Точнее, вычистили территорию. И будем дальше чистить. Так. Эти ребята сюда. Потом вот сюда. А, нет, это не те. Ну, эти, так, пусть почистят тоже немножко. Фортов то вычистили. И сюда идут ребята. Так, что тут? Так, они идут к Шкитау, да? И когда они туда прибудут? 24 мая, 22 мая. Что тут у нас? Умеренная степь. Ух ты ж. Это тут. А может вот так пойти мне на подмогу? Когда мы придем? 16 июня? 20 июня? Ну, не знаю даже. Идти, не идти. Так, в принципе. Вот эта армия идет, но... Они не отказываются? Отказались. Так, есть мы. Потопили вражеские транспорты. Еще взяли одну провинцию. И отправляемся в порт. Так, ну и тут зачистка идет. Не армия стоит, но блин, атаковать там нету смысла, там очень плохая местность для атаки. Так, ух ты ж, а тут есть граница, по-моему, Чекмет, Чимкент и Бишкек. Вроде есть граница. Можно занять пока эту территорию, чтобы противник не прошел. Так, еще куча повстанцев. Кокан взяли. Так. Хорошо. Тут тоже взяли. Так, что тут у нас? Тропические сельхозпогоди. Ну, если что, можно будет ударить. О, тут две армии стоит, да? Надо тащить их. Можно, если что, тут нанять пехоту где-то. Близко. Что там потеряли? Мы немножко войск. Так, хотел создать этих, как их,
гвардейцев. Ну ладно. Пока все эти замесы идут. Так. Мы взяли. Пойдем вот сюда. Считай, кабинцев там много было. Давай Ташкент возьмем еще. Так, а вы куда идете? А вы стоите, да? Ну, а тогда пойдем вот эту провинцию. Джамбу. Так, тут взяли. Идем через Сибирь. Что там, Испания? Хорошего. Так, пост по политике. Что там население хочет? Крайне низкую зарплату хотят. Движение. Права избирателей, права достойные пенсии, пособия по безработным. Ну, пока обойдетесь. Так, ну, какие-то такие решения по Китаю. Ну, как будто вообще у Китая не было никаких решений. Ну, может, и не было исторически. Так, они идут сюда, да? Хороший шанс ударить по ним. В принципе, не сильная у них будет защита. Так. Кашкетау взяли мы. Так, у нас есть возможность ударить по вот этой армии, пока она тут стоит. Хоть тут и горные джунгли, но 4000 не устоит, я так думаю. Так, Ташкент. Что тут, какие-то повстанцы еще? Так, взяли 8 июня будут, а мы 16. Нет, мы туда не пойдем пока что. Надо аккуратно. Эта армия пойдет сюда пока что. Вот это дальше. У них 57 тысяч стоит. Так, продвигается, тоже продвигается. Так, мы дальше атакуем и вкидываем вот эти 3000 на подмогу. Так, так, конечно, это наш регион. Там сфера. Как-то мне не нравится, что в нашей сфере тут колупаются. Я на Турцию нажимаю, чтобы повычищать от всяких дружеских и радушных ребят. Дружеская, дружеская, блин. Ну. И деньга не очень. Заводы строятся. Может, деньги идут на армию сейчас. Ух ты ж.
53 тысячи? Это откуда? Они вдруг появились. Может, они так пополнились? Лампунку взяли. Хаджан взяли. Самарканд. Кашкетау идут. Эти тоже Кашкетау. Ух ты ж. Ну, то мы тоже пойдем Кашкетау. Все. И вот эта армия пойдет туда. Так, а что тут у нас? Да, тут, конечно, умеренная степь. Когда наши прибудут? 10 июля. 17, 19 июня. Июнь, июнь, блин. Все приходят в июне. Ну, пока вещаем, пойдем посмотрим, как оно будет. Место под солнцем. Агрессивность уменьшится, сознательность уменьшится. Престиж увеличится. Давай. Место под солнцем. Да, конечно, на такой территории тяжеловато уследить за всем. Мы воюем. Мы соединяемся и наносим удар по вот этой вражеской группировке. Есть большие армии, которые нужно бы остановить. Сейчас разберемся. Тут нужно с русскими. Да и не только с ними. А голландцы тоже тут бегает туда-сюда. Так, 14 тысяч. Иди-ка оккупируй там пару провинций. Да, 22-го. 18-го. Эти уйдут 14-го. 17 июня. Они уходят 14-го. Эти 22-го. И тут они попадают в горные джунгли. На нас. Хорошо. Даже очень хорошо. Так, джет. Может, немножко пошлины поднять или оборону снизить. И налоги еще немножко поднять, чтобы не так падала экономика. Ташки взяли. Ну, можем мы уже мир заключать? Да нет. Эти ребята все таки идут. Так, нас атаковали, да? Что тут? Минус 2 противника. Надежность, боевой дух. Так, оборона. Австро-Венгрия пусть прохода. Ну, пожалуйста. Так, в принципе, идем. Аташ Кашкетау. Одна армия идет. Так, еще двигаемся, да?
Двигаемся. Двигаемся еще дальше вот так вот, наверное, пойдем. Зачищать. Так, а эти даже отступают. Там надо сюда идти где-то. Так, и эта армия производит зачистку вот так. Так, есть наша армия. Атакована, да? Врагом. И мы посылаем подмогу. И минус 7 идет штраф. Так, давайте фото тут поставим сейчас, чтобы они не могли пройти. И, пожалуй, ударим по этой армии вражеской. Где это командир помер? Так, надо сюда какого-то толкового товарища. Барона говно. Скорость классная, плюс 20, но... Но! Надо выбирать такого, чтобы... был... без вот этих... всяких... нехороших бонусов. Так. Давай, надежность, ладно, немножко боевой дух и организация насколько выше. Бабники блестящие. Ух ты ж. Да, тут можно будет отступить через 4 дня. Да, их многовато. Идем дальше в Охотск. Да, тут слишком, тем мягко говоря, надо отступать. Так, эти армии пока стоят. Так. А, блин, перешли все-таки. Ну ладно, перешли, то перешли. Пусть себе там стоят. Так, есть, так, престиж. Престиж — это хорошо. Разбили. И так, вот эти 27 тысяч попробовать разбить, пока они не взяли провинцию. Самарканд взят. Эти Бухару идут, эти идут. Одна армия в Ясы. Что в Ясах? Холмистая полупустыня. Сколько туда идет? 36-40 с чем-то тысяч. Может послать на подмогу пока. Тем Бухары идут. 17-е. Двенадцатая. Довольно-таки большая армия. Все уже наконец-то потянула свои силы.
Так, тут всего 3000. Откуда они взялись уже? Ну ладно. А что тут у нас? Волнистые джунгли. Лучше не атаковать. Пусть они атакуют. Так, видите, один еще отступает еще. Гуян. Ну ладно. Разберемся. Так, тут разбираемся. Кашкит. Противник отбил. Омск, свал, город. Идут 17 августа. Мы тоже пойдем туда. 5 июля. Так. 20 июля. Так. Ну еще они 17 августа. Так. В Омск идут. Сколько в Омск идет? Хорошая такая армия идет в Омск. Тут у нас тайга. Может, выстоим? Не знаю. Так, тут, наверное, одну армию все-таки под... Нету прохода? Союз. Так, улучшить отношения. Так, что там Турция? Ладно, разберемся сейчас тут, может, с Голландией тут немножко навоюем. Вам пунх отвоевали. 54 000. Так, и что у них? Минус 3. Так, Джоу мы разбили противника. Еще ударить вот сюда. По-быстрому. Так, и тут мы разбили. Так, они хотят нас тут атаковать, да? Когда они придут? 19 июля. Так, и Турция предлагает союз. Хорошо. Так, 18-го нужно отправлять эту армию. Побеждаем. Так, вот эта армия пошла. Так, Россия, Россия. Да, тут покинули силы. Ух ты ж, сколько они ведут войск. Нам в тыл пытаются засунуть. Так, вьясы еще идут. Ух ты, ё. Но мы еще пошлем, если так. Если вы хотите с нами так поиграть. Так, Ишим взяли. Так, нас атаковали. В Ишим кто идет? Тоже армия не маленькая. Тайга. Так, вот сюда
на подмогу, если что. Армия пусть идет. Так, иди сюда. Иди куда-то сюда. Эта вражеская армия еще и отступает. Ну что, подловим. Так, и тут у нас идет бой. Ну, сейчас противник получит. По самое не хочу. Так, что они? Самарканд оккупируют. Так, эти Вьясы идет, да, все-таки. Кстати, Россия произвела мобилизацию. Ага. Ясно, откуда у них столько войск. Так. И с ними все ясно. Улучшаем отношения с Афганистаном. Персия, Афганистан. Так, Сирак. Ух ты ж, сколько голландцев высадили. Это капец. Так, где-то они вон привезли. Блин, профукал вот этот момент. Это мобилизированные. Ребята все мобилизированные. Хотя от этого не легче. Хоть это и мясо. От этого мяса будет проблема. Так, есть, выиграли в России. Так, они потеряли 55 тысяч на 12. Отлично. Так, 20 тысяч. Бишкек сейчас закинем. Армию 27 тысяч сюда. Так, можем уже? А, еще нет. Пароход бы получить. Так, выиграли, выиграли. Ну шо, эти опять бегают от нас. Найденыши. Вот эта армия идет вот сюда. Снимет осаду. Тут надо разобраться. Потом пойти еще вот так вот. Да. Непростая такая ситуация. Ташкент идет армия. Мы тоже отступим 14 августа, 13 августа. Может, передумают. Наша армия атакована. Самарканд, Самарканд. В Самарканде сухая степь, может немножко навалять сухой степи, когда мы придем 20 августа. Хотя он 60 тысяч идет. Это опасно, тут обороняться плохо, холмистая степь.
пойти в кош, закрыть ему дырку. Нас атаковали. Так, эти куда идут? Свал город в основном сумму, да? Джамбу, свал город, свал город. Там мелкая армия, а там почти 30-54 тысячи свал город идет, да? Джамбу где-то около 30 с чем-то. Когда они там будут? 22 августа мы будем. 25 августа. Если вот эта армия, 6 сентября. Так, есть. Эту армию перетянем по данных пока. Я вот горные джунгли, но поближе. Чтобы, если что, не напороться. Да, конечно, так неудобно тут. Блин, стоят две армии. Сюда бы одну еще перегнать. Через весь Китай. И одну на подавление вот этих всех мятежей. Тут мы взяли много чего. Свой город немножко ломануться. Ну, если я пойду, такая армия шла в Ясы, Алматы, отойти немножко. Так. 30 тысяч, но это надо по этим трешкам пройтись пока. Так, и голландцев наконец-то разбить. Что такое у них? Так, ленивые аборигены должны приспособиться. Давай проплывем за этими ребятами. А нет, проплывем, заплывем вот так вот. Смотрим, что тут будет происходить. Так, наша армия атакована. Так, выиграли. И они отступают. Лампунг. Когда мы придем туда? Так, 24 августа одна армия придет. Это даст нам перевес. Надеюсь. Так, и мир пока никто не хочет. Не примут. Ладно, не примут, так не примут. Пойдем пока вот эту армию мочить. Так, тут мы держимся. Куда эти идут? Свой город в основном все, да? И Омск. Конечно, атаковали нас хорошенько. Всего лишь минус один. Речка. Так. Т-34.
Так, усмирить священника. Финтян. Давай священника пожертвуем. Всех взяли. Да, им придут 28 августа. 31 августа по данных. Ладно, тогда не идем туда. Противник отступает. Туда, чтобы армия восстановилась немножко. Туда можно будет еще какие-то действия предпринимать. Практически мы восстание подавили. Еще их немного осталось. Так, тут разобраться нужно будет. Так, вы идите пока в Бишкек. Эти пусть займут позицию в Оше. Слишком их много тут налезло. Надеюсь, сюда поспеем. Так, Турция. Какие там великие державы лезут? Высылать советников. Или может... Ухудшить мнение. Давай, Россия. Так, нас опять атаковали. Голландцы. Так. По данных. Когда мы туда пришли? Пойдем пока вот сюда. Где наш флот? Да, он так медленно плывет 7 сентября. Интересно. Так, что тут у нас? Все захватывается. Так. И тут мы, в принципе, немножко вроде как переломили ход. И они еще идут с подкреплением на славу город. Да буду так загнать, ребят. Ташкент взяли. Поделаешь. Так, давай проход, скотина. Долбаный Афганистан. Союзники еще называются. Так, выиграли. Надо пойти вот тут еще поработать. Тут разобраться. Так, и тут позачищать. Так, это... Ага, это наша армия отходит. Тут всяк тропический болото. Тут можно джунгли, но... Итальянцы едут. Не очень хорошо.
Так, один потопили. Он еще 13 таких транспортов. Они когда прибудут? 12 сентября, а мы 17. Ну хорошо. Ну, пока пойдем в Сиат, наверное. Самокат. Долго тут. Эти в Омск долго идут. И тут долго. Так, отлично. Сейчас постараемся потопить итальянскую флотилию. Может, дадут уже проход. Идем еще. Так. Так, подданных взяли. Так, выиграли. Хорошо, вот эти. Ох ты ж. Ой. Я какую-то тысячу тянул. Я не тех выделил. Так, они идут в Кокант. Да. Ну, сельхозпогодия, вот тут хорошие оборонные точки, с которых можно. 37 тысяч идут на наших ребят в Ясах. Хлынистая пустыня. Я вот эту армию взял, вот туда отвел, да? Да. 29 сентября в Омск придут. Так, мы выиграли. Потопили часть вражеских кораблей. Это хорошо. Пусть восстанавливаются ребята. Вот эти 29 тысяч надо, чтобы пошли вот сюда. И разобрались с тем, что там творится. Вот этих ребят сюда. Чинша. Так, тут мы захватываем. Но армия отступает тут. Когда эти прибудут? 1 октября, да? Эти прибудут 10 октября. Идут в Омск. Лампунг. Мы выиграли. И они типа отступают, да? О, наконец-то. Эта война уже, мягко говоря, начала напрягать. Персия. Персия вроде бы более-менее. В Турции тоже.
То есть Испании тут лезут, видите, высылать советников вот этих ребят. О, Британия вышла на первое место. Нормально. Ну ладно. В принципе, самое главное, войну мы выиграли. И у нас есть нефтяной регион. Мы тут... нет. Мы снизим финансирование флота. И дальше буду разбираться уже. Крепости тут строить за кадром. С восстанием наконец-то разберусь. Ну и посмотрим, кого-то там доукомплектовать. Какие-то армии. Так что вот так вот. Бесчестие пока у нас большое. Разберемся, короче. Самое главное, у нас есть нефть. Так, инфраструктура тут. Нельзя построить. Горный джун. Минус 4. Минус 2. Разберемся. Была бы проблема. А, решить ее можно. Так что всем спасибо за просмотр. И до встречи в следующей серии. Всем пока.